во-вторых, я записываю то, что есть, то, что будет на протяжении вот Библии, на протяжении нашего века. Поэтому пока я все записываю, и потом уже мы читаем вот Слово Божие, вот оно уже Слово Божие не знает. А раньше вот таким вот образом все записывали вот Слово Божие на свет. Это папир? Да, да. Вот так, он, только ручка, таким... наверное, была другая, да? Да. Пером, не? Да, ручка была другая, да. Дело в том, что вот Библия и вот Библия. Но только раньше вот эти были свитки, на которых писалось Слово Божие. Вы священники, это те, которые были пророки, которые для особого внимания и писали Библию. Мы видели...